Благодаря хорошим погодным условиям во всех регионах страны приступили к ямочному ремонту улично-дорожной сети. На полную мощность вышли асфальтобетонные заводы. Строительная техника работает как на крупных магистралях, так и на дворовых территориях. Основной объем работ специалисты планируют завершить уже к 9 мая. Услуги промышленного туризма в Беларуси предлагают уже 130 предприятий и организаций. Кроме экскурсий на машиностроительные заводы, флагманы жителей и гостей страны привлекают и гастрономические бренды. Активная популяризация продукции и ее имиджа, посещение предприятий способствует приобщению и выбору профессии школьников и молодежи. Февраль этого года стал одним из самых теплых и влажных в Беларуси с 1945-го. Средняя температура воздуха в стране держалась на отметке 1,7 градуса тепла. Это на 5,2 выше климатической нормы. Наибольший разрыв был зафиксирован в Брестской области, наименьший в Могилевской. За высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей старший прапорщик Олег Бывшев удостоен медали за безупречную службу второй степени. 30 лет жизни Олег Васильевич посвятил защите Родины. В Вооруженных силах Республики Беларусь он с 1994-го. 17 марта в городском парке культуры и отдыха с 12 дня до 9 вечера пройдет народный праздник Масленица. В программе традиционные забавы, снятие петуха со столба, перетягивание каната, сжигание чучела и многое другое. Кроме того, бобруйчане смогут прокатиться на аттракционах и полакомиться вкусными блинами.